надеемся, но мы помогаем тоже, шлем ментальные лучи, на старую площадь, чтобы двигались по чуть-чуть там мысли, мозг, чтобы там работал. Меня зовут Михаил Новицкий, я думаю, что сегодня представляю всех сегодня музыканта. Что у вас в мешке? Понимаете, да? Все подарки. Подарок? Нет, подарки детям. И главное, в первую очередь, всех сразу. Я приехал издалека, много не могу идти. Желание? Какое? Сейчас у девочек какие желания? Квартира, машина, новый президент. А вас, наверное, Путин послал сюда к нам? Нет? А от кого же? А, я от этого, от себя. Ага. Да. Из Вологды? Ай! Или из Истюга? Откуда вы? Из Каргополя. Каргополя. Каргопольские мы. Ну, все понятно. Ну что ж, вам успехов на вашем поприще. Вам тоже. Спасибо. Почему все не так? Все не так. Ребята, кто нам друг? Кто нам враг? Нет. Пора забраться. Нет, надо. Давай, я подержу. Еще много, много раз. Я не первый. Начинаю. Я думаю, что здесь самых горьких фраз. Руж ради сомнением. Сажай куду дурака. И дети и под лица многорусскую экран. Дай еще раз снова вырез. Вас создал столь обычный, столь начальник. Все продав и пили. Да-да-да, экран. Дай еще раз. Еще много, много раз. Сколь дракона. Ну расскажите, что вы сюда пришли? А? Да. Что вы здесь делаете? Почему не на основной митинг? Леша, мы с ним сидим. На Сахарова? На одной башке? Здесь у нас не было. У нас на Сахарова сейчас пойдем. Это же системный. Вот. И вы, наверное, например, справедливая России того, кто фактически уже. И он сам стал на кого пожалуйста. А вы что? О, правильно. А что так много? А вот вы мало желающих. Жалко. Вы ищите желающих. Что вы? Удельный бак. А. Да. Ну, наверное, да. Хотя многие присоединятся к этому. Особенно единороссы, верно? Они присоединятся, как будто они борцы за невырубание, а другой будут вырубать. Спасибо. Флаги! Вон там флаг яблочный. Вам флаг нужен или что? Я хочу видеть флаг. Флаг вон там, в центр идите. У нас 16-летний. Как прикольно. Вчера на его воле. Шерчу. Вроде анекдота. Все, поешь? Да не отвечу. Чего-то. Это раз. Да еще раз.
Ну, да ладно, мы хотим сейчас...